Великоустюгский центр дополнительного образования стал площадкой для реализации проекта «Социальный маршрутизатор». Для развития новой творческой площадки было закуплено специальное оборудование, в том числе интерактивная доска для рисования песком. Мы очень рады, что благодаря участию в этом проекте в центре дополнительного образования появилось хорошее оборудование. Это интерактивная доска для рисования песком, это новое техническое оборудование. Мы очень рады, конечно. В рамках проекта к нам придут семьи, в которых находятся дети разного уровня. Самые маленькие дети будут работать на студии по рисованию песком, педагог Аполихина Анна Анатольевна. Дети, которые постарше, будут работать с робототехническими наборами Снутрихиной Ирины Анатольевной. Реализация инициативы стала возможной благодаря грантовым средствам Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участие в совместном творчестве на необычной площадке поможет детям и родителям справиться со сложностями взаимоотношений, снять напряженность и направить совместные усилия на решение семейных проблем. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».